is best. Being us is best. 你最棒。I love you. I love you with us. Yach belu blu with us. Ну, немного. Какие-то фразы, общения. Вы сегодня посмотрите, вот вы увидите, как Витас говорит, как Витас поет с китайскими зрителями, как Витас общается с китайскими зрителями на родном китайском и на русском, и на английском, и на китайском языках. Вообще, мне кажется, что Витас – это такое интернациональное явление. И я очень рад в этом смысле, очень рад, что Витас стал очень таким, знаете, в хорошем смысле, надежным, красивым, убедительным мостом между Россией и Китаем. Мне вообще кажется, нам надо быть ближе друг к другу. Это я говорю про Россию и Китай. Если мы будем вместе, то все остальные отдохнут. В России принято много говорить и мало делать. Я всегда сторонник сначала сделать, потом говорить. Поэтому вы посмотрите концерт, вы посмотрите зрительские эмоции, отношения людей, восприятие людей. Вы не представляете, вчера в Синяне, что творилось, когда Витас запел «Тибетская плата», и весь зал встал просто, и вместе с ним эта «Тибетская плата» начал петь. Это было, ну не знаю, у меня... хорошие, добрые, вот такие вот мурашки побежали от понимания, что Витас это действительно на сегодняшний момент явление социальное. Это и скульптура, которая здесь в Гуанчжоу посвящена Витасу, это и вот эти масштабные туры, если сейчас посмотреть зал, сравнимый с олимпийским. Я горд, я счастлив, потому что китайская культура, китайский зритель, в отличие, например, от русского, не в обиду тому будет сказано зрителю, очень аккуратен в своих пристрастиях, очень выборочен в своих пристрастиях. И редко кто заслуживает чести и умеет, добивается того, чтобы иметь признание в этой культуре, в этом, у этого народа, который к своей культуре и к себе относится с большим уважением. Это для нас большая честь.